Всем привет! Сегодня хочу показать вам свои новые часы, сделанные в колбе от старой керосиновой лампы. От очень старой керосиновой лампы. У них есть будильник с электромагнитным приводом, и еще они работают как ночник. Подсветка снизу – это индикация того, что будильник установлен, включен или выключен. Маленькая пипка сверху отвечает за яркость ночника. Она плавно регулируется от 0 до половины мощности лампочки. Если включить ее на максимум, будет очень светло, и лампочка проработает не так долго. Заменить ее довольно-таки легко, купить такую можно в любом автомагазине. Это автомобильная лампочка. Все деревянные части сделаны из массива бука, ну и сама колба взята, как я уже говорил, от керосинки. Я ее залапал, пока вертел в руках, но зато так лучше видно это стекло. Когда оно чистое, на камеру его почти незаметно. Сам регулятор яркости лампочки напоминает чем-то по ощущениям крутилку фитилька, который подстраивает яркость керосиновой лампы. Плюс из-за того, что лампочка стоит накаливание, колба немного нагревается, чего добавляется дополнительный эффект теплоты и ламповости. Надеюсь, вам понравились эти часы. Всем спасибо. Всем пока.